Не бойтесь тьмы, друзья мои. И пусть начнется праздник. Всем привет, с вами Блейнар, и это реакция ютуберов. Не забудьте поддержать видео с лайкосиками и комментарием, это крайне важно. Если впервые на канале, подписка, колокольчик. И вступайте в наш телеграм, чтобы не пропускать видосики и новости канала. Также заработал наш второй канал, который был переименован в Блейнар Реактор. Ссылочка в описании, там видосики тоже будут выходить. Все, приятного просмотра, видите, что-нибудь, погнали смотреть. Давай, кролик, наша задача идти. Он-то вернется сейчас сто пудов. Необычный символ. Талант буквы F просто. Они намекают, что скоро мне конец. Видимо, F Витек. И? А, типа в какую дверь идти, да? О, F. Я, говорит, тебя найду. 3-3. Твою налево! Ты не спрячешься. Твою налево, направо. Куда? Направо, налево. Найди меня. А, она там! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А, куча, погоди, куда? Куда все делось? Так, 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 так. Символ, квадрат, перечеркнутый. Вот она. Ой, этого вообще не было раньше. Какая-то призма с палкой. Призма. Закрой дверь! Закрой дверь! Прищеми ей хвост! Что такое призма с палкой? Где призма с палкой? А как выйти-то отсюда? Призма с палкой. Так. Хочу есть! А я нет. Кролик такой, направо, направо. А, все? Фу. Нормалды. Закрыто. Фу, вот напряженный сейчас моментик был. Нет еще кошки черной нигде? Не видели? Мне нужна последняя. Нет, пока нигде нету. Идем дальше. Сейчас я поеду. Ой. Надеюсь, я ножки не сломал. Капец, а че он такой здоровый-то? А чё я такой маленький? Воу-воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо, опасный. Кролик, спасай меня! Классно. Ух ты! Самолет, бау! Налево! А он сейчас будет, наверное, раскидывать эти кубики, да, лежать? Нет, он тоже через дырочку идет. Паровозики! Чух-чух! Бутылки с молоком. Куда-то сюда. Кролик, спасай, выход. Беги, маленький кролик. Ты не единственный. Всегда будет еще. Где-то я все-таки профукал кошку. Ну ладно. Теперь новый друг. Мы идем. Это тот чувак, который был во главе с черной кошкой. Погоди-ка, не он? Необычный символ. Понял, они теперь связали все эти главы в одну. Офигеть, этого не было, этого всего не было. Открываю следующую дверку. Твою мышь! Иди ты в жопу, сраный обдувальчик! У обдувальчика есть эти самые дни. Он сегодня вообще не в форме, так что нам от него лучше... Твою мышь! А куда? А куда? Почему тут тупик было? Не понял. Так, треугольник с черточкой. Треугольник, черточка, ты сюда. Открываем. Хорошечно, бежим дальше. Бежим дальше. Какая-то загорючка, непонятная буква F с какой-то тоже черточкой. Не понял, не понял, куда идти? Они меняются. Вот сюда. Куда идти? Я не понимаю, где это F с черточкой. Вот сюда. Вот сюда, хорошо. Хорошо, хорошо, бежим дальше. Мою мысль на солнце. Спасибо, кролик, спасибо, спаси меня. Все, я спасся, я живой. Мы спасены. Освобождаем
душу. И опять куда-то ползем. О, это было страшно. Это реально было страшно. Смотри, мы все не... Мы куда-то упали. Опять куда-то падаем. Не понял. У нас что, умеет, что ли? Это что такое? А ты что такой большой? Я хочу падать. Иди ты нахуй. Смотри, какой он здоровый! Ладно, что, что ты на меня там ОБП делаешь? Кролик, спаси меня! Какого хрена ты стал маленький? Я сам стал кроликом или что? Абдулайчик, давай поговорим, пожалуйста! Только без рук, не надо! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я тут не зашел! Не надо, не надо! Все, больше я не затуплю. Нам нужно обходить это дело справа. Отлично, это мы обошли. Кролик, спаси меня, пожалуйста. Капец, это что такое? Миллиард бутылок. Кролик, подожди. Подожди меня открыть. Открыть, бежим. Мы убежали. Мы убежали? Победа! Беги, маленький кролик. Ты не единственный. Всегда будет еще. Очень интересная история. Победа! А ты знаешь, что в нашем Телеграме выходят уникальные эксклюзивные видео, архивные, удаленные реакции ютуберов, которые были когда-то опубликованы на нашем канале, но пришлось их удалить. Ссылочка на наш Телеграм в описании и в закрепленном комментарии. Мы ждем тебя там. Только никому, это секрет. Бежим за кроликом. Так. Дьявольский шепот мне что-то тут на ухо, тут что-то. Тик-тик-тик. О, мужик, здорово! Ну поговори со мной хоть немного, я тебя в прошлый раз мельком еле увидел. Куда ты? Ну мужичок, ну. Разбитый врач, бедный врач. Необычный символ. Ага. F. Мне кажется, он меня послал на английском языке. Вот этим необычным символом. Есть одно слово в английском языке, которое начинается с буквы F. Вот оно подходит как раз. Заперто, заперто. Открыть. А если сюда? А, ну просто заперто открыть. Так это понятно, я как бы разобрался, что тут одна дверь открывается, чел. Спасибо за подсказку, конечно. Так. Ага, ага, ага. Выход. Ёлки-палки! Что это? О, все, началось. Так, бежим. Покорми меня, говорит. А, понял. Понял. В другую, значит, сторону. Окей. Ага, хорошо, буду знать, буду знать. Следующий символ вот такой, да? Открываем. Так, отлично. Пам-парам-парам. Понял, понял вас, понял. Так, давай. Стрелочка такая вверх. Стрелочка такая вверх. Давай, где там? А! Чё? Чё это? Давай, 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 бегу! Да! И что мне делать? Хочу есть! Что делать-то? Во-во-во, давай, 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 все, проходим, успел. Перемешал все, зараза, а, прикиньте, прямо. Рулетку мне тут устроился. Спасибо, кролик, спасибо, дружище. Я тебя люблю, обожаю просто. Ты самый лучший из всех вообще, кролик, давай. Все, ползем. Найдите выход. Стоп, а я в безопасности сейчас? Может исследовать, что тут есть? Тут наверняка что-то есть. Кошечка там. Ну вот, я же знал. 11 из 12. Да. Слушайте, так от меня одну всего осталось. И как назло не найду, да, вот я чувствую. Как назло, вот последнюю хрен найдешь. Но это не кошка, да. Ну ладно, короче, давай, ползем. Не найду, так не найду, какая разница. Тык, тык, давай, давай, давай. И сейчас будут горки! Бах! Вот это приземление. Больно, наверное, должно быть. Понял. О, нифига, что он такой здоровый! Он вырос! Малыш вырос! Давай, давай, давай! Слышь, я не успею так. Побег. Не, я реально так не успею, мне кажется, нет? О, хорош. Вы посмотрите на этот ужас. Нифига ты здоровый, черт. Помогите. Так, стараемся, стараемся. Стараюсь, чтобы он меня не догнал. Стараюсь изо всех сил. Опа, понял, понял, понял. Столкновение, столкновение поездов. Меня это не остановит, а тебя как раз замедлит, потому что ты дурак. Так, кролик туда побежал, я за ним, правильно? Я за кроликом. Давай, давай, кролик, давай, давай, подсказывай. Есть, выбежали. Он меня вообще ни разу не поймал сегодня. Вот так вот. Беги, маленький кролик. Ты не единственный. Всегда будет еще. Конечно, всегда будет еще. Переиграет весь YouTube в эту игру еще. Переиграет еще сотни летсплейщиков в нее сыграет. Конечно, не единственный. Кроликов этих будет до жопы просто. Что, где кролик? Вон он.
Блин, какого фига? Он так такой быстрый. О, здорово, братиш. Необычный символ. Ладно. Подсказывать нам. Я тебя найду. А, понял. Ты не сможешь спрятаться. Дай тебя обниму. Так, понятно. Все, закрывайтинг. Хочу есть. Нам сюда, определенно. Такого точно не было, чуваки. Определенно. Все, за мной-то теперь он не пойдет. Найдите выход. Да это, конечно, очень круто было. Это что за фигня? А что он такой большой? А как мне? Немножечко... Можно побыстрее? Такого вообще не было, чуваки! Было наоборот. Мы, короче, бежали, и там чисто голова его такая была. То есть, фактически, мы за ним бежали, за гигантским. А тут смотри! Братишка, немножечко... Немножечко меня сейчас поймают и сожрут! Спок ночь. Ну, окей. Ладно. Что-то немножечко я запутался там. Блин, капец, ну это прикольно! Это я... Я помню, ребята, в оригинале, как было раньше. Там чисто у него голова такая длинная была. Как будто у... Знаешь, маленькие кошмары 2. Училка такая. У нее шея там постоянно такая была. Это ты там сейчас пульками бам-бам-бам, бум-бум? А, вот так вот. Ага, братан, все понял. Так, что тут? Спасибо, спасибо, подсказывает дорогу. Все, пацаны! Да есть же! Сбежали. Беги, маленький кролик, ты не единственный, всегда будет еще. Со смыслом. Вот как-то так. Слушай, ну нормально так-то, так-то я вам могу сказать. Ой, здравствуйте! Так, вот это типа я доктор, помню. Доктор, да, это в конце. Чумного доктора. Что можно? Разбитый. А, вот эта фигурка. Необычный символ. Ага, и вот тут символ. Так. И тут везде символ. Везде символы. Вот этот вот нам сюда надо. Буква F. Так. Нулевая. Ждешь подвоха все время. Конечно, на очке тут ходишь. Ни хрена себе. И не зря. Боже ты мой. Бежим! Здесь не нужно было. Куда я иду? О, не сюда, так. Это точно. Жесть, вот это вот больше всего терпеть не могу. Я не знаю, куда бежать. Я хочу сказать... Там, хочу... Чего? Сжать? Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Окей, спасибо, я пропустил как раз. Так, какая-то ага. Непонятная буква. Ага. Похоже на F. F? Блин! Уф. Достатки. Какая там она? Где? Сейчас увидим. Они, погоди, должны, наверное, стабилизироваться. Вот это. Вот, все правильно. Пошел ты нафиг. Давай, 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 бегу, бегу, бегу. Надеюсь, кролик бегу. Нас не подставил. Бегу, дырка. Да ну нет, ну нет. Миш, твоя любимая. А-а-а. Насладись, прочувствуй. Вау. Этот момент. Ну, слава богу, недалеко от этого. Ой. А здорово. Чё он откормленный? На птичке там или на чём?
штука, дай на него. Дядя, не надо, не надо, дядя. Отцу что будет, если догонит? Раздавит или что? А, сожрет. Или что? Задушит. Ну ты типа теперь его игрушка, можно так сказать. Да. Может, мы кролик? Избегаем может от быть. Него. Ладно, я не буду останавливаться. Ну, типа как кролик. В ту сторону. Прощай, лысый черт. Именно. Бежим, давай, спасаемся. Быстрее, быстро, быстрее. Ты сам быстрее, свалил, кролик, ну хоть бы отвлек. Плюнул в него, о, что ли. О, ништяк. Ух, вау. Ничего себе тут Call of Duty. Так. Ё-моё. Ну, дай посмотреть, дай посмотреть. О, ништяк. Спасибо. Красавец какой. Давай, сноси кубики. Ой. Так. Бежим. Да, вот это мощное. Ничего себе, я вообще тут заставки. Опа, ничего себе тут лучше парень. Блин, как будто что-то было или нет. Такое, нет? Уходим, давай. Бежим. Let's go. Свобода. Или нет? Беги, маленький кролик. Ты не единственный. Всегда будет еще. Что значит еще? Не нужно мне больше ничего еще. Ну, это было да. Прикольно, да. Обосрался я немножечко, прямо вот скажу. Как раз это и было. Заяц уже хочет, смотри, впереди планеты всей. Заяц уже хочет драть когти отсюда. Ну, поехали. Заяц, я бегу за тобой. Заяц, ты быстрее меня. Ну, подожди. Чё? Это как так-то? В смысле, телепорт? Сейчас не понял. Ф. Он встал картиной, нифига, я то, что хочу. Так, нам на Ф. Угадываем алфавит. Какая поле чудес, какой-то Якубович получается. Ну ладно. Капец, много троек на двери сейчас было. Хай, подожди, где хай? Прятаться? Я прятаться не умею. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, тупик. Ай-яй-яй, в смысле? Это что за подстава сейчас была? Какого фига мне навстречу что бежит? Мы так не договаривались. Ф, опять Ф? Блин, это легкий алфавит получается. Ф. Надо было дверь закрывать за ним. Треугольник, да треугольник это я да. Я запомню, все, отстань. Закрой. Треугольник. Хочу есть. Какой? Не надо меня есть! Треугольник, треугольник, треугольник. Алло! Я же пошел спок ночи! Какой спок ночи? Ты че охренел, что ли? Я четко выбрал треугольник. Спок ночи сейчас тебе будет, ты. А он рандомно появляется или как, я не понимаю. Так, давай быстрее, по-братски, быстрее. Смотри. Все, спок ночи тебе. Капец, он сейчас внезапно меня выловил. Да-да, заяц, я вижу. Я вижу. Да, бежим нафиг отсюда. Фух. Вот это было спок ночи, да. Вот такой спок ночи каждый день бы. И обсираться потом. В обосранной кровати просыпаешься, вот тебе спок ночи. Так, ой-ой-ой. 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 Это что за приколы? Почему я мелкий? Я скукожился. Ты чё, малой, отыгрываешься на мне, что ли? Я так с тобой это играть больше не буду. Я больше к тебе не приду. О, это мелкий Годзилла. Все, понятно. Годзилла начало. Отстань от меня, пожалуйста. Тихо, спокойно, я врезался. Надо валить. Надо валить. Это финальный побег, ребята. Куда? Паровозик тыр-тыр-тыр, не надо. Офигеть. Заяц, показывай дорогу. Я вижу выход. Спокойно, есть. Ух, это было опасно. По-моему, в конце оригинальной игры там голова летала просто. Большая голова мелкого. Здесь он прям... Беги, маленький кролик, ты не единственный. Фух. Ну, прикольно. Ой, это что сейчас было? А если пасту стыкай сюда-сюда, кучу крутых видосов рекомендую. Зайти в раздел видео, вступить в Телеграм. Увидимся в новых видосах. Пока-пока!